Ну, в принципе, что? Вот. Есть такая клавиша, которая, да, не срабатывает. Вот. Далее еще вот такая вот фигня есть. Здесь есть дублирование. Как видно, да? Вот. Через октаву. Тоже. А вот, например, нотка фа, которая никак не реагирует. Соль вот есть, фа нет, не есть сильно. Ну, у соль мало, конечно, но тем не менее срабатывает. Здесь побольше. Вот, здесь вообще нет. Но раз не срабатывает, значит она не будет нажиматься. Потому что это связано с тем, что происходит нажатие через, октаву. То есть, типа как вот так, да? Вот. Ну, в механике самой надо поднимать и смотреть. Не знаю. Далее что еще? Значит, вот у нас. Ага, ага. У нас есть подкачка. Там внутренняя, насколько я знаю, должно стоять. Если вот слышно. Вот. Где-то сифонит внутри. Где, пока не знаю. Может быть, клапана. Где-то вот на этих вот диезных бемольных, как говорится, на хроматике. Или же там где-то есть отверстие. Не знаю, или клапаны. Вот. Ну, такого не должно быть, конечно. Вот. По настройке, опять-таки, это все надо поднимать, открывать, внутри пережимать голоса, закрывать один ряд, тем больше здесь в октаву играет. Вот, и смотреть по тюнеру, что это даст. Вот, это тоже можно будет потом снять на видео. Вот, и если будут где-то слишком большие отклонения по биениям, то их, естественно, подстроить. Ну, пока. Что касается вот компрессии, то есть вот герметично здесь и клавиши, и второй клавиши вот этой фабы механики, ну не знаю, может быть это так в районе 500 рублей, может быть. Вот. Но утверждать не могу. Вот. Все, что касается по настройке, это только потом, когда все разберется. Вот. Больше пока ничего не вызвало. По поводу механики переключения не знаю. Опять-таки надо будет смотреть, все ли срабатывает. Потому что это все так же, как, допустим, на органе. Вот. То есть закрывается один ряд, звучат два голоса. Закрывается еще один ряд голосов. Ну, там подача воздуха имеется в виду, закрывается. Звучит один голос. Вот. Это смещение клавиатуры, насколько я понял. Для того, чтобы легче было играть. Ну, в каком смысле? В выборе тональности имеется в виду. Смещение. Вот. Ну, вот так. Пока вот такое первоначальное мнение. Вот. Проблемы, которые там есть с мехом, конечно, ну, в каком-то смысле их решили. Здесь, по-моему, не сифонит, хотя чем проклеивали, не знаю. А вот это вот, короче говоря, не знаю. А вот. Меня смущает, конечно, вот этот вот излом, вот, потому что здесь-то вот ребра довольно-таки в хорошем состоянии, крепкие. Вот. А здесь что, ребро сломано, просто его притянуло. Тоже пока сказать не могу. Вот. И не знаю, почему прикрутили. Пока тоже не знаю. То есть вот отсюда и туда вниз. И вот такие пироги. Ладно, пока все.